Итак, ребята, на виноградниках началась работа по подъему проволоки. Она называется Heften. Wir sind am Heften. Das heißt, ihr seht die Triebe, die hier hochwachsen, die werden irgendwann instabil und können bei Wind umkippen und dann auch abbrechen. Deshalb haben wir unseren Drahtrahmen und hängen unsere Drähte hoch, damit das alles hier schön stabil ist und in Form ist und nichts kaputt geht und die Folgearbeiten dann auch einfach ein bisschen besser und einfacher vonstatten gehen können. Wie genau das geht, das zeige ich euch jetzt. Теперь ее освободить надо. Осторожно, не ломать зря виноград, чтобы не ломать. Снимаем нижнюю проволоку. Нижняя проволока у нас остается пока. Пока мы делаем вот эту желтую проволоку, это верхняя. Что-то здесь скрутилось у нас. О. Мы только сейчас на одно деление, видите, вот это называется биг драт, на которое закрепляет виноград. И на первое отверстие поначалу мы ставим. И эту сторону. Нижняя проволока остается. Только верхнюю. Вот так эти люди, которые работают на виноградниках, идут по рядам и поднимают проволоку. И вот когда они подымут на одно деление сейчас, через две недели уже поднимают вот эту проволоку на третье отверстие, а нижнюю проволоку, которая сейчас лежит вот на земле, ее поднимают на это место. Потом еще через две недели уже идет это наверх, нижняя идет уже вот сюда, на это место. Сюда или сюда, смотря как она вырастет. Wir nehmen den Draht und hängen den hier an den Haken in den Stickel ein, ziehen den nächsten Draht dann auch wieder hoch. Das Ganze machen wir bis zu 3 Mal im Sommer und dabei stecken wir immer noch die Triebe, die noch raushängen, mit rein und ziehen so unser Drahtgerüst einfach langsam hoch, bis alles in Form ist und so dasteht, wie wir es haben wollen und wie es uns passt und wie es dann auch für die entsprechende Qualität im Herbst sein muss. Вот. Хороший фитнес. Отличный фитнес. Ой, сломал. А, теперь бутылка вина не будет. Меньше вина получим. Оцепляем нижнюю проволоку и просто ее оставляем на земле и опять цепляем верхнюю. Вот так. То же самое мы делаем здесь. Нижнюю.
Так, нижняя запуталась у нас. Надо идти смотреть, в чем дело. Так. Ага. Видите, как получается. Я сейчас все потяну, все сломаю. Вон спортсменки. Спортсменки бегают. Вот, вытянули. Бабушки эти. Бабушки. На пенсии бабушки. Вон. Шагают. А? Спортсменки. Тут целый день. Бабушки, деды. Бегают. Ходят. Есть на велосипеде. Так. Ну все. Так. Подтянем это маленечко проволоку вот так вот. И хорош. И 28 рядов вот так. И с той стороны 28 рядов. А вообще у этого винцаря, у него сколько у него гектаров-то, я даже знаю. 20 гектаров, что у него? Все под виноградниками.